с вами Вероника Адамс. Сегодня бы я хотела посвятить свой выпуск моим очкам. Как я говорила уже в предыдущем видео, ссылочка оставлю в описании. Я решила сделать видео на тему моих очков, потому что у меня их как бы много. Кого-то может покажется, что их не очень много, а кого-то покажется, что я больна. Вот, но очки моя страсть, ну как, в плане страсти, такой нормальной, умиротворенной страсти, в плане симпатии к очкам, если так можно назвать. Вот, поэтому я сейчас покажу вам очки, буду показывать их в хаотичном выборе и рассказывать о них. Первые очки будут вот такие круглые черные, такой, знаете, что такое, пастель год или просто год. Лепс, почему бы и нет. Эти очки я заказала на Алиэкспресс, но тут широкие дужки, я понимаю, что их можно немного сжать, так что я их одевала только пару раз на фотосессии. Так, далее у нас будут вот такие, как называть даже, цвета бензина. Они такие хамелеоны, я покупала их в магазине Кари, вот. Я не знаю, зачем я их купила, вот на самом деле. Просто я в них, может быть, пару раз купила, может, раз, два, все. Они у меня тупо лежат, и я не знаю, что их носить, в принципе. В общем, эта вещь не особо как-то мне она и нужна. Хотя, может, так как я экспериментирую с образами, возможно, вполне мне это и подойдет. Так, далее у нас будут такие очки. Ха. Я помню, по-моему, они были с Эйвона. Это, наверное, мой 2007, где-то так. Я себя чувствовала просто нереально классной девчонкой. Тут такие стразинки. Вот. Но как бы пока, да, пока не доводилось так же носить. Но раньше, вот в 2007. Это была быстрая, 2007, 2008, 2009, это где-то вот они у меня были просто фавориты. Я не знаю, пока съем эти очки или нет. Но я тут что-то творила, розочки делала, и как видите, большинство упало. Я не знаю, как появились у меня эти очки. Вот. Я просто их нашла вот где-то у мамы и говорю, типа, мам, дай-ка я что-нибудь с ними створю. Я буду их носить, что-то так не носить. В итоге отвалились розочки, и я их не ношу. Тоже, в принципе, не нужны. По-моему, они покупались у нас на рынке. А вот. По-моему, то ли по скидке, то ли что, я решила взять. Прикольные же фиолетовые очки. Хоть у меня и нет фиолетовой одежды, но оно неплохо дополнит черный цвет, да? Что-то тоже из давности. Я не знаю, зачем они, но пару раз их носила, да. В принципе, вот такие они с фиолетовыми ручками. Как-то так. Зачем? Они кто-то дал, либо что? Они с увеличивающими... О! Стеклами. Вот, вот такие. Я на них не смотрю, потому что зрение сразу... Ой, включается. Сильно модно, молодежно. Ва, после них вообще крышак потом, когда их снимаешь. Вот такие беленькие. Так, я, кстати, думаю, может быть, стекла как-нибудь выбить. И можно как бы просто оправу носить. Так же делали в то время, правда? Это мои любимые очки. Это терминатор Америка называть. Полицай просто. Йоу. Я тоже считала себя очень классным в 2009 где-то так году. Шли хорошо. Сейчас уже я их, наверное, ну, не одену, уже оставила просто так для сессии по приколу, в принципе, что в принципе это память. Так, идем дальше. Это будут. А, ну эти очки у меня, вот они как лисички идут, чуть-чуть заостренными уголками. Я покупала их на нашем рынке. Ну, мне кажется, такая форма мне идет. Много надо. Немножечко вот так. Следующее. А где мы? А вот. Так, далее у нас будут вот эти очки. Просто раритет, просто невероятно. Это
носила, еще моя мама. Ха. Вот это да, да, вот это раритет, класс. Мне так они нравятся, такие забавные, и вот действительно вот это вот передача того времени. В общем, я их очень люблю, обожаю, и в общем, вот такие они классные, хоть немножечко они уже пожелтели, но я думаю, они еще выдержат, выдержат многое, вот. Потому что в наше, вообще молчу, в наше время, в то время, это делали на совесть. То есть огонь, медные трубы нифига не помогали. А сейчас дотронься, уже ты испортил что-то. Не знаю, они какие-то такие интересные. Хотя они такие прямые. О, вот, я себя чувствую тоже. Цепь еще сюда нужна. Малиновый пинжак, не знаю. Как-то такая атмосфера. Но, в принципе, можно тоже с ними что-нибудь сделать, как-то преобразить. Плохо, я думаю, как вам? Да, мама мне модница. Покупала мне вот такие, ну не, она покупала себе вот такие синенькие голубые. Как вам, класс, да? Вот это 90-е. О, супер, супер, 2000-е. Нет, даже 90-е больше, потому что я как терминатор. Вы знаете, может, вообще ничего. Также я хочу использовать видовые, ну, использовать в плане. В принципе, куда-нибудь такая, типа, бизнес, деловитос, бумен, как-нибудь такая, успешная, да. Они, в принципе, неплохие. По-моему, я покупала их маме, по-моему. Да, так что, это мамина, но я решила, просто куча лежит, поэтому решила. Пускай будет, что я их выбрасываю, что... Ну, из этого видео выбрасываю. Это мои любимые очки. Я покупала их также на рынке. Но они уже протерлись. Они такие сине-зеленые, хамелеончики тоже. Но они вот классные. Они вот самые то, что надо. И капельки. Капельки я вообще обожаю. Мы их говорим. А вот, но уже как бы выходят из своего идеального состояния. Не понимаю, почему и как я купила эти очки. А я не знаю. Может, да нет, ли они стоили тоже так недешево. А вот такой амбре тут. Амбре. Переход с черного в розовый, не розовый, но со желтыми стеклами. Я не знаю, может, это модно, и я по-любому буду носить. Но я не знаю, под что их носить. Я какой-то хипстер. Не знаю, под что их носить. Они такие забавные, не знаю. Но там так темноватенько, кстати. Вот поэтому... Они просто точно раздела, что они черно-розовые. Девушки? Чё тут сказать? Они вот такие коралловые. Цветы, кстати, мне не очень нравятся. Неплохо, да, наверное, смотрится? Тоже интересные. Вот это я попала также на рынке. Вот такие они коралловые, и тут такие стальные края. Ну, они такие вот, мне тоже нравятся. О, то, что заказала с AliExpress, у меня есть фотосессия ВКонтакте. Это I'm Lady Gaga. Да, я поклонница Lady Gaga. И я их очень обожаю, они мне настолько нравятся, настолько они шикарны. Я не знаю, как мне, конечно, находить по обычной жизни, но для какой-то фотосессии, для какой-то такой вот, как сказать, актерской игры, что ли, не знаю, на подиум, там еще куда, они просто, они волшебные. То есть тут вот два стекла идут, то есть так светлее, так понятно, что темнее. Вот, просто меня часто сравнивают с этой замечательной певицей, актрисой. Вот, и мне это льстит, конечно, потому что мама монстр просто шикарно. И в этих очках я более похожа на нее. Точнее, это она на меня похожа. Правда? Чё мелочиться? Эти очки я помню как-то давно-давно заметила в одном журнале. Нет, в журнале, по-моему, на девчонках. Да, был стиль эмо, вот это вот период того. 2007, вернее, мне мой 2007 все шутит, но у меня это был 2010.
Поэтому я где-то увлекалась, смотрела на всех трэш-моделей. Ну, это уже трэш-модели пошли, 2010-2011. Вот. Это вот такие сердечки. Мне очень нравится Одри Китчен, эта модель. И у нее были как раз такие очки. И тоже сайт AliExpress. Они клевые очень, я их очень люблю. Они, по-моему, стоили не очень дорого. И осталось совсем пару. Наконец-то мы уже все как бы сами посмотрели. Это будут... Где же? У меня мама забрала от нее очки, которых я на влогах. Мам, спасибо. Они такие лисички, вот такие вот. Ну, это же леопардовый принт. Вот еще мне леопардовый, также с AliExpress. Вот такие очки. Очень нравится, вообще шикарные очень. Многие меня задают вопрос и спрашивают, ты не боишься заказывать очки с сайта? Говорю, нет. Так как мне подходит все. Я себе не льщу. Не все, конечно, но большинство. Не знаю, почему-то моему лицу подходят многие очки. Вот. И я совершенно не буду заказывать, тем более там намного дешевле, наполовину, чем у нас стоит. Почему мне заказать? Даже если они поломаются или не по мне, то их не жалко кому-то отдать, не жалко подарить или выбросить даже, если что-то с ними не так. Поэтому нет, я не боюсь, и мне это нравится. И мы, наверное, единственное, что мы можем еще заказывать белорусам, это очки, потому что они, в принципе, дешевые, запрета нет на них. Посмотрите, они с черепами. Я купила в одном магазинчике. Классные. Видите, я поклонилась, просто купила очков. Вот. Рок, все дела. Я эти очки очень хотела на... для фотосессии. Да, я купила сами фотосессии. Для Хэллоуин образа. Вот. И, по-моему, там даже видео из Хэллоуин макияж. Я вам тоже кину ссылку в описании. Вот моего видео. Там как раз я делала грим на себе и купила эти очки. Я их купила, по-моему, в магазине каком-то, там, где все приколы. Прикол, не прикол, но, вы знаете, это клевая штука, мне очень нравится, были черепа, тема моя. Так что вот такие они маленькие, миленькие, хорошенькие, вот, тоже их очень люблю. Кстати, буду сейчас носить, да, мои новые круглые очки, вы должны были видеть в моих влогах. А вот, они такие большие. Вот, мне не особо понравилось, вот. Да, есть такие минусы небольшие, что они большие, вот эти вот круглые, очень, ну, очень, но большие. И я хотела именно синий цвет, а мне пришел опять же хамелеон. То есть, вообще, не как будто замена вот этим вот, они как-то очень похожи. Ну, как бы, ничего страшного, за $2.6, по-моему, это, в принципе, нормально. Ну, немножечко не рада, потому что тоже выглядят вот они большеваты мне, но... Но вы знаете, можно с этого тоже что-то снять. И в принципе они мне симпатичны. Но немножечко не то, что я хотела. Надеюсь. Или нет. Как же я их обожаю. Они просто космос. Они просто делают все. Я покупала, по-моему, на рынке, по-моему, очень-очень-очень давно. Просто так мечтала об очках, тем более, говорю, опять же, стиль трэш, все это такое. Мне очень нравится, я это так хотела. Ну и вот, как бы они у меня сохранились, как бы они классные, там, фэшн, не знаю. Ты оденешь очки эти, ты прям, стильно, галакшери, и все. Вот, так что я их очень люблю. Ну, как вы заметили, я всех люблю. Люблю свои очки, естественно. Ну, потому что я просто так бы их не купила. Но есть такие парочку, которых я купила, не знаю даже зачем, почему. Как-то что-то мое мотивировало, но мне нужно было настроение. Не было настроения, я купила такие цветные яркие, и мне это дало какое-то, не знаю, какое-то расслабление, какое-то грузик. О, мое неподсознание. Мое подсознание. Вот. Так что это, наверное, все будет. Сейчас мои очков. 22 пары очков. И я не буду останавливаться на этом. Мне хочется еще и еще. Потому что очки очень круто дополняют полный образ. Так же и
у парней ремни, допустим, там, часы. Показала вам, вспомни очков, моя коллекция очков. Так что, если вам это интересно, ставьте, пожалуйста, лайк. Я что-то планирую в подобном стиле продолжать снимать. То есть у меня есть и шапочки, и лайки, и я могу много-много еще чего показать интересного, вот, и рассказать. Так что, надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что вы оставались со мной, и до новых встреч, пока!